Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Вы на канале ЕВ Рыбалки и Кулинарии. И сегодня мы будем готовить. Сейчас зима, мы максимально, сейчас я тоже постараюсь найду время, будем очень много готовить. И сегодня мы поговорим. Это супер отличный такой завтрак из СССР, который стоит всего около 10 рублей. Когда я был маленький, еще мне был год 3-4, это был Советский Союз. И до этого в СССР готовили такой простой вот завтрак из хлеба и яйца. Давайте сейчас я покажу, что нам понадобится. И вы сами убедитесь, как это просто и вкусно. Давайте начнем. Итак, и что же нам понадобится? Нам понадобится обычный хлеб. Отрезаем вот обычный хлеб. Вот такой вот, даже можно. Пару вот таких кусочков хлеба. Далее нам понадобится 2 яйца и растительное масло. Все. Здесь смотрите. Хлеб где-то около сантиметров, около сантиметра режем. Далее, посмотрите, здесь всего-навсего убираем вот эту мякоть, вот так вот, у хлеба. Вот, мякиш этот убираем. Его ни в коем случае тоже мы будем использовать. И здесь вот, посмотрите, с этой стороны делаем то же самое. У этого другого хлеба. Убрали 2 вот таких вот мякиша. Далее посмотрите, что мы делаем. Зажигаем огонь. Ставим сковородку. Наливаем растительное масло. Налили растительное масло. Рецепт очень простой. Как я говорил, рецепт еще Советского Союза. Сейчас почему-то мало кто это делает. Хотя мне вот даже делали, бабушка с дедушкой делали в школу такие вот завтраки с такими вот яичками. Я их очень любил. И говорю, еще начали они делать, даже получается в 70-х годах. В 70-х годах они активно уже, я спрашивал, уже вот такие вот завтраки делали своим детям, то есть моей маме. А сейчас это почему-то забытый рецепт, который сейчас на реальные деньги, это все... Вот один такой завтрак может получиться всего на 10, около 10 рублей, даже может быть меньше. Смотрите, что мы делаем. Смотрите, берем вот этот вот хлеб. Видите, начинает все жариться. Сильно, чуть-чуть убавим. Добавляем сюда яйцо. Вот так вот разбиваем одно яйцо. Разбили второе яйцо. Вот так вот. Разбили 2 яйца. И даем немножко это всему зажариться. Убавляем, чтобы сильно не горело. И мякиш кидаем то же самое. Вот сюда вот так. Кидаем тоже этот мякиш. То есть все. Минутку даем зажариться на несильном огне, чтобы яйцо наше схватилось. Чуть может больше. Прошло около минутки, посмотрите, прошло около минутки, и аккуратно, вот смотрите, аккуратно переворачиваем на другую сторону наш хлеб. Вот так вот. И переворачиваем вот наша вот эта мякоть тоже. И жарим с другой стороны еще одну минуту. Все, прошла еще одна минута. И наш завтрак выкладываем. Вот, посмотрите. Вот такая вот красота. У нас жареный хлеб. И такая мякоть тоже достаем. Ну что, ребят, начнем это пробовать. Я скажу на самом деле, но это просто очень вкусно. Посмотрите. Это вот вкус у меня с детства. Такой жареный вот хлеб. И хлеб.
хлеб вот такой вот, а внутри жареное яйцо. Попробуйте, и вы не пожалеете. Для меня это вот такой вот вкус детства, еще со времен СССР. Я застал СССР. Вот такой вот простой рецепт, потому что на наши деньги, вот если вот один завтрак, это вполне достаточно. Вот такой вот один хлеб с яйцом и с мякотью. Это вот как на одного человека один завтрак составляет все в районе 10 рублей, даже меньше сейчас на наши деньги. Итак, расскажите, кто такие завтраки готовил. Вот такой вот забытый рецепт СССР. Я буду очень рад. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!